Впервые в России. На этой неделе Новатурская ярмарка проводит первый международный конкурс «Меховая промышленная мода 2012». Мероприятие проходит в рамках традиционной недели меховой моды Новатурской ярмарки. На торжественном открытии побывала наша съемочная группа. Великолепие и роскошь в эксклюзивных коллекциях от известных художников меховой моды. Обмен опытом, лекции профессионалов. Все это тверетянам дарит Новатурская ярмарка, которая впервые в России проводит конкурс «Меховая промышленная мода 2012». 18 фабрик из России, Турции, Китая представят свои авторские коллекции, созданные специально для показа в Твери. Очень важно, что нашлись люди, которые поддержали мою идею. Ведь это не просто приехать на открытие, это нужно подготовить коллекции, это нужно все отшить, не только придумать. И найти время, время тоже перед началом сезона та категория, которой не хватает. Такое событие в мире меховой моды пропустить просто невозможно. Это слова самих участников, звучавшие на открытии конкурса. Это действительно новые перспективы как для профессионалов своего дела, так и для начинающих дизайнеров. Я думаю, что вот этот первый конкурс будет традиционным, и наши выпускники, будущие дизайнеры, будущие технологи будут достойно работать в меховом бизнесе. Программа конкурса очень насыщенная. Так, сразу после торжественной части гости прослушали лекцию директора Новатурской ярмарки Натальи Серовой, посвященную спросу и ценам на натуральные шубы. Доклад с интересом восприняли специалисты и покупатели. Как всегда, великолепен и искрометен был историк моды Александр Васильев, выступивший с лекцией о том, какой была одежда из меха в разные времена. Александр приезжает в Тверь на неделю меховой моды Новатурской ярмарки во второй раз. Но в этом году он выступает здесь в новом амплуа, как председатель жюри конкурса. Будет очень мощная профессиональная программа, семинары, лекции, сама выставка, обмен. Кстати, Александр Васильев признался, у него давняя любовь к меховым изделиям. Да, я ношу мех, особенно зимой, конечно, летом никогда. Но я специально надел пиджак, на котором изображены зверюшки. Это моя дань. Пушнини. Мутон, каракуль, овчина, норка. Гостей ждут показы эксклюзивных меховых изделий. Но на них можно не только полюбоваться. 27 и 28 июня в Доме меха Новатурской ярмарки у всех желающих есть уникальный шанс приобрести шубу, получившую высокую оценку экспертов моды.